В оленеводческих хозяйствах региона завершаются профилактические мероприятия против сибирской язвы. В рамках плановой вакцинации привито 93% от общего поголовья оленей. Полностью вакцинацию провели во всех сельскохозяйственных производственных кооперативах региона. Теперь ветеринары приступили к обработке поголовья семейно-родовых общин. Плановая вакцинация оленей проходит в Ненецком округе каждый год. Обработку проходит как стада кооперативов, так и частное поголовье. В связи со вспышкой сибирской язвы на Ямале в НАУ усилили меры безопасности. Выезжая на вакцинацию оленей, специалисты ветстанции отбирают пробы почвы для лабораторного исследования на обнаружение возбудителя сибирской язвы. Обследованию подлежат те места, где около 100 лет назад были зафиксированы вспышки. Такие меры были приняты в связи с тем, что жизнеспособность возбудителя заболевания может составлять более столетия. В Ненецком округе последняя вспышка опасного заболевания была зафиксирована в 40-х годах 20 века. То есть у нас вспышки отмечены только на большеземельской тундре, на малоземельской, на Тимане, на Канине. Никогда вспышек этих не регистрировалось. Кроме того, хочу на что еще обратить внимание, что у нас, если посмотреть на карту вспышек сибирской язвы, которая была в 19 и 20 веках, она эти, скажем так, не места захоронения, а там именно как проходили маршруты, потому что официальных скотомогильников и захоронений у нас нет. Несмотря на данные об отсутствии скотомогильников сибирской язвы, к ситуации, произошедшей на Ямале в Ненецком округе, относятся с особой серьезностью. Полностью вакцинацию провели во всех сельскохозяйственных производственных кооперативах региона. Теперь ветеринары приступили к обработке поголовья семейно-родовых общин. Накануне специалисты станции по борьбе с болезнями животных начали вакцинацию против сибирской язвы в семейно-родовой общине Ямпто. Несколько крупных стад общины численностью более 2000 голов будут вакцинировать через Карали, СПК «Дружба народов» и ООО «Северный» – хозяйство из соседней республики Коми. Напомню, с 25 июля в связи с гибелью оленей от сибирской язвы в Ямальском районе полуострова Ямал введен карантин. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очаг сибирской язвы в Ямало-Ненецком округе локализован, угрозы ее распространения в другие регионы нет. Также она добавила, что на территории Ямала с конца 19 века по 1941 год зафиксировано 68 вспышек сибирской язвы. В 1941 году пало 6700 оленей, при этом убрано было только 313. Остальные остались на этой территории.